Полина, готова в рейд зайти? Да. Если Монород не будет орать, чтоб я ливнула из гильдии. Да, Монород? Хватит. Можешь его засунуть в ЧС, и это сразу же лечится таким образом. Чё такие все недовольные, я не понимаю, блядь. Женайн, куда ты вышел? Звоните, пожалуйста. Чекерс Фризи. Походу, блядь, у каждого свои нахуй претензии. Женайн, напиши что-нибудь в диску, куда ты делся. Сейчас не сумайте, подумай, кого поменять. Но Эликс опять этот талант не вкачал, его играли с тех в топе. Уже говорили, готовиться к роботу, менять талант. Можно ГП. Кто мне что говорил? Да мне вообще насрать, кто что мне говорит. Вот пусть играет за Шипея и потом уже что-то будет говорить. На одного босса, на этого. Я не буду ничего менять. По агро можно поменять. Танки меняют все чарки на саппорт. И ты должен таланты подобрать специально для этого босса. Резист, послакаешь этого босса. Меня на замену посади, и все, мне вообще пофигу. Ладно, чего вы такие нервные? Успокойтесь. Я пишу в чат, что ДПСа нету, и смотрю, что просто 10 человек ДПС. Ты делай просто, что делаешь. Ты понимаешь, Войт, что вторая фаза будет вам сложнее? Да пизды. Там же больше стаков, там же стакается, и там просто жопа будет полная. Попробуйте мне лишников взять. Если мы переводим на вторую, ой, короче, получается, на вторую фазу, когда у босса было что-то 59%, а когда мы до этого переводили, у него под 48 было, то есть минус 10%, то есть еще 10% стоят здесь. И что? У нас... Так ты понимаешь, что стакается, ты что не видел, на нем дебаф какой висит, что он повышает магический урон, то есть он тебе будет посильнее пробивать. Ты в курсе, что, блядь, ты в курсе, что на роботе стакается в зависимости от его процентажа ХП? Ты посмотри дебаф, прочитай внимательно. Ребята, вы пообщались? Короче, можно делать? Пул будем делать или не хотите? Ебало, можно закроем? Кирс, ты время... Спекнулся. Пул по отчету. Лучше, конечно, три вершам, чем два рестер дроида. Ну да ладно. Внимание! Вы подлежите уничтожению. На полном народ. Следующий на алло. Алло, я бей, чтоб не сорвали пока. Только не сильно.
Войд. На кого-то на. Да Ларус скинь. Да-да, я вижу. Следующие на пулы нам народ. Паз. Веди. Чем народ служит? На народ беги. Следующие на пулы на алоэ. А народ стопать тоже. Лой. На Войдена. Да стоп. Вижу. Лой отдал сальву, Войд врывает. Давай, давай ты, у тебя секунду. Давай ты сейчас. Забрал. Девка Эннер против. Сразу стопнул. Все наплывы на Монорота. Сильно. Да. Там эта фаза, что ты стоишь? Сальва есть? Да и сальву точно. А, нет, у меня контакт. Вага. Я тоже. Хилим хорошенько Войда. На два стака шива есть. Монород на пул, все на пул на Монорота. Под следующее отдам каплю. Шива пока висит. Висит еще? Давай, давай теперь. На следующий. Не знаю, сдох. Не, капля есть, не давал. Пиздец, Монород. Все, сильнее, сильнее, сильнее. Оно затрагивает два каста, так что есть он. Блять. Еще сакру дал. Народ забрал. Жаль. Зубы дать? Не, не надо уже. Следующий алоэ. Напулем на алоэ. Сальва есть? Да. По Монороту. Отдал. Алоэ забирай. Забрал. Следующий на пулы в Калата. Алоэ стопнет. Да, да, не бей. Сакра, если есть по алоэ или вмешательство. Сейчас дам. Кризис начал. Сейчас кровать заберу. Побежал, фаза. Третья была без зарядка, да? Да, фаза.
Все у него протокол. Пошли, пошли. Так, следующий буду я. Япончик, у нас такие два. Все, набирайте агро. Ближе к базу станьте, чтобы если что, купол там поставить или что-то. Больше бегать не будем. Ревностно. Ковак, если будут ебать зубы, зубы скажи мне. Забрал. Я сакру отдал к тебе. Вообще зубы командуйте. Так, следующий на пул на Алоэ. Сакра есть? Ой, сальва. Есть. Алоэ сейчас заберет. Капля по тебе вышла под каст. Давай, давай. Отлично. Следующий на пул и на монорот. У меня стаки через 8 секунд падут. Ничего, он ближе просто. На монорот. Сейчас сжаться буду. Сейчас по нему дам. Все отлично. Монород забрал. С верками внимательно, рейд на ПП и заебись все будет. Монород стоп не разогнал. Следующий сальву, сальву по монороду отдал. Алоэ стоп не. Сейчас я заберу. Развар в жопе. Развар, подойди. Закиньте. Ой, сейчас ты? Так, да. Я со стаками, я так держусь, тот не прав. Забрал. Следующая на пулу на Алоэ. На пулу хп захер. Ебать. Захил. Меняйтесь. Им отдала. Монорота на пульте. Япончик в спине стоит. Монород забрал. Кого-то поставил? Уже сбрасываю. 25 секунд, так что держите монород. Есть капли. На четвертом стаке. Угу. А, живо, монород. Жаба не спасла. Поверьте его. Там СС. Алоэ, набирай. Обновите каску, лапу. Поваром монород. Стамин обновил. Каску, Гера, лапу. 20 секунд, Гера. Давай, Алоэ, забирай. Стаки еще 8 секунд. Гер, сагро. Под следующий каст зубы, если есть. Ковак, по тебе? Сейчас зубы по мне, да. Дала, дала, дала. Алоэ, чё после? Всё, следите. Дайте, дайте им на рукаву воткать. Ягодник. Кресты, ага. Да мы ПКД сбрасываем. Тише.
Наполнив кого-то. Все, я стопну. Сальву дать, нет? Нет. У меня еще 25 секунд. Алоэ жив. Начал прожиматься. Значит, сейчас дам тебе этот сам. Вмешательство в Неликса. Кого-то вот. О, вам ловит. Там прошивка. Блять, БР меня! Быстрее сбегайте кто-то. 5 секунд стаки скинуть. Кончик аккуратней. РДД кэмп аккуратнее, уже близко. Забирай. Так может подвинемся, РДД, нет? Да, подтяни босс. Отлично. Все наковать. Ух, 8 стак. Жаба не спасла, ребятушки. Дайте иннер по ягодный торт. Присты скидывай. Уже. Будем сейчас падать. КД. Сверху остановись. Коват, у меня еще 15 секунд. Не понял, Нелик. Пускай сдохнет, ничего страшного, БР есть. Нам ДПС не хватит, если всё не все хватит. Тише. Неликс, усаживай, набирай. Набирай, набирай. Все, Луиски. Напало. Зубы 10 осталось. Да. Будут. Подхит меня, опять сферу убьют. На следующий как болтов подаю. Давай. Берните разбойник. Успокой здесь. Алоэ. Зубы есть, давай. Есть. Нет, подожди. Я жду. На этот, наверное. Сейчас, да, скажу. Давай, зубы. Алоэ забрал. Понял. Живи, Алоэ. 8 лямов. Захиливайте, захиливайте. Быстрее. Массакру отдал. Да, алло, я дал каплю. На пулы, на войды. А, да, все, есть у меня прожим. Все, добьет сейчас. Тише. Не зыбу отдал. Слушай, а если так прожимки кидать на одного танка, то можно жить и здесь все стаками. Ну, походу, я... можно. Можно, но это прожимок надо помочь. Ебаный в душу, как поезд. Галки вообще. Ну чё, зубы, полтосы, капли, клейк, плюс у меня еще там всякая. Нормально, но... Ну согласись, Кават, интересно, да? Будет интересно. Для танков, да. Вообще прикольно. Так что все там хватает, кто там думает, что не хватает там, блядь. ПС и все хватает. Что на будущее успокоитесь. А может ДПС никому? Данные отключены. Че, убили? Ну конечно. Ну вот то, что фризит на этом боссе, конечно, кошмар. И чё за нервяк по это по пристам? Мы скидываем по КД, уходом в тень. Да никакого нервяка нет, все нормально. Мы не скидываем, мы на 10 секунд замораживаем. Ну это да, но блин, ну не опускается здесь огром, ну чё мы поделаем? Талант, ну, просто не бейте. Допустим, просто не бейте. Говорит. Процентов 80 вы не бейте и все, и подождите там до 70 и снова бейте. Ты понимаешь, что даже если стопая, агро остается и потом ты начинаешь бить? Как оно остается, если ты наносишь 0 урона, у тебя тоже палили, агро не генерирует. Когда в прошлый раз мы убили, прошлое КД, когда я тупо вообще стоял, убежал,
Стоял минуту, потом еще стоял, вообще почти не бил, и все время огромно не было. Да. 80% набираешь, все, оно нифига не спускается. А там не мы знаю, можем только что потом... Чего вы беспокоитесь? Да, и все. Чего беспокоитесь? Это все нормально. Какой агро, забудьте про это. Че, сейчас Алара будем пиздить? Ну так, пару пулов сделаем. Сейчас заебались надо. И устали, тогда завтра убьем. Перебиваться, да? Ну, блин, перебиваться надо. Стой. Там сбоку трэш, ребят, если бить будем, то не трэш. Ну, танки, да, могут в фаер-визи забиться. То можете себе это позволить, конечно. Можно портал? Да. Тут больше контроллер решит, чем этот резист. А если ты одного будешь танчить мелкого, то не особо. Обратно вкинуть. Можно, ребята, все-таки ВП обратно вкинуть? Нельзя. Нет, конечно. Вы кто-то ходили в этот Зуламан? Там же всегда РЛ говорил вам, перекидывать усилки в ХП, там вот определенные цифры. Слава, уже давно усилки не перекидывают, ты о чем? Ну, это раньше было. Вот раньше было, раньше было, да. Сейчас это новый контент, имейте в виду, что здесь надо больше ХП, чтобы выживать. Ребят, вот такое предложение. У нас же Редвар, да, хлопал? Да. Вместе со мной, да. Вот. А что если после каждой сферки один из ШПшников будет немножко к нему убегать, чтобы он вмешательство кинул? Он сферку взорвал, он курит. И им будет скидывать агро. Мне кажется, это использовать надо. Это хороший ход. Редвар должен был использовать вмешательство, чтобы подсейвливать танков. Я вообще весь бой с вмешательством, если чё. Ты как бдительность перепутал. А, ну бдительность. Бдилка-то да. Вмешательство. Ну, проблемы никакой нет. Там его не надо охотать, там бегать. Проблемы никакой нет. Нет, я имею в виду, что они стоят много, стопают. Если им кидать вмешательство танку, который и так стоит все равно, то они могут больше не попасть. Я по ДПС не вижу, что они стопают. Там не надо больше, все нормально. Чего вы, блядь? Выдрачиваетесь. Ну, потому что меня напрягает они в агролисте. Ничего не надо. Два приста, потом Кават, который держит босс, до срыва чуть-чуть его стоит. Ну, сдохнут, треснут их и все. Ничего тут такого страшного нет. Вот и скинул агро. Ну, тем более, что скидывается он. Так, мы тут в 6 или в 5-то были? Ну, 4 танка. Хилов. Похилов. 6. Че, можно? 3 хила по платформе распределены, еще 3 по рейду. 3 стояло между 3 и 4, и 3 стояло между 1 и 2. Ну что, в танках у нас также пачка. Редвар и я спекаемся до магеров. Дайте нам портал, пожалуйста. Я вот тут думаю, блядь, Гевка тут затащит или Кирс. Гевка на. Совы две есть. Два Эрдру лучше. Просто Гевка. Гевка. Думаешь? Просто Гевка. Да, однозначно. Совы есть, а Элема нет. Дело-то не в том. Дело в том, что будут ли они так скилловано, как Гевка, давать корни с вихрем. Будут. Вот в чем дело. Либо корни, либо ГП. Нормальный вариант. Энги, с женой Энги, что скажете? Ну, Энги справится. Жнен не факт. Как ты его мило называешь, Энги? А в Хиле Гена полезен как очень. Он везде полезен, но Эрдру здесь хорош. Ну, это да. У нас не освоение канта. Ген же и вправду справится. А кто не справится, тот ГП получит. Тогда я думаю, там, где третья, четвертая... О, блядь, какая это нахуй? Первая, вторая, вот тут слева. Мосса. Потом... Шторм, наверное. Так, а чё, мы в 2 ДЦ ходили или чё? Нет, после мы ходили ДЦ. Как раз ДЦ таки холик. Холика, и потому что холик хорошо. Между 3 и 4 платформы очень нужен. Да. Холик на рейде? На рейде. На рейде. На рейде однозначно.
Значит, ДЦшник стоишь с Моссой и Штормсингером. Вот тут, где первая, вторая, между этими платформами. На последней будет, как обычно, Кават. А второй Монород. ДЦ всегда вреден. Между первой, второй, ДЦ всегда вреден. Между первой, второй, либо Эршам, Т4, либо Эрдруг. ДЦ там нечего делать. Стоять три. ДЦ в рейде всегда. Ждешь КД? Типа, такое. ДЦ в рейде, да? ДЦ можешь не распределять, распределяй остальных. Конечно, ну, тогда блять, Элбрил, это жалко туда ставить. Элбрил хорош. Не щади его, он хорош. Хорошо, Элбрил. У тебя же есть этот чарка? У Элбрила все есть. Мосса, Элбрил и Шторм. Вы стоите. Первая, вторая платформа, где Кават и Монород. На третьей буду я. На четвертой, где будете бить первого Феникса, там будет Алоэ. Алоэ освобождается. Нет, меня, иду дальше, меня этого народа. Монород. То есть, идет. Получается, между третьей платформой стою я, Гевка и ДЦ, да? Если... Сейчас по-русски объясню. Открываем, пожалуйста, глаза. Давай. Смотрим на платформу номер один. Поставил, да, кружок. Это платформа номер один. Все увидели? Нет. Кружок видим? Слева. Нет. Да, да, да. Слева направо. Сука, пизды получите сейчас. Ты чё? Звездочку видим? Это платформа номер два. Все увидели звездочку? Алло. Да, 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 все видели. Между кружком и звездочкой. В кружке танчит Кават, в звездочке Монород. Стоит между кружком и звездочкой. Мосса плюс в рейд, Элбрил плюс в рейд, Штормсингер плюс в рейд. Блять. Элбрила нету, да? Все. Элбрил. Холик. Дейдре, ДЦ. Хотите в 2 ДЦ ебашить? Нет, это хуйня в 2 ДЦ. Это брось. Это при освоении. Значит, Элбрил, Холик. Пробовали, прикольно, но не всегда. Элбрил, Холик. Хули вы мне пишете в чат тогда? Я тебе сердечко отправила в личку, сука. Блять, Дейдре на рейде с Полиной и с Гевкой. Хилом. Все. Значит, я между платформами после двух перьев я буду на рейде. Точно, ну да, Гена. Поль, как обычно. Собственно говоря, так всегда мы делали. Гена. Там у вас, кстати, на подстраховку Неликсы и пончики есть всякие с гимнами. Не-не, мы справляемся. Хорошо. Танков стоять, печеньки, а кто в звездочке? Сковат в печеньке на последней, если мы идем с этой стороны. У нас просто обычно не два рестор друида, у нас обычно один рестор друид и вместо и холи паладин, вот. Поэтому такая путаница. Ну, Мосса, Холи, Паладин, тогда такой считаю. Вопрос. Кому лучше, наверное, не Кавату, а в звезду поставить колодец, чтобы танк мог хилиться от него? Да. Тогда я туда, где звездочка, колодец тыкну, когда побежим. Просто если не получится, то надо Элбрила в рейд. Обычно я всегда бегал с рейдом. Да, там, я и говорю. По захилу, по уешному, пару вопросов есть. Я его мало траил, честно скажу. Так, стаки танки как там набирают, скидывают? Я помню, я подменял тогда Монород, и меня шотало на звездочки. Я вот первую оттанчил, побежал, поменял, 30 стаков набрал и... Не парься. Нет, как там жить, там скидывать, что там? Или прожиматься просто после 20? Прожимки, когда много стаков. После 20 стаков начинаешь отдавать. Понял. В лужу потом как просто скульки. Не зыбка, это в самом крайнем случае. Можешь видос посмотреть, как раньше. Еще раз говорю, Анастасия, у нас вместо двух рестор друидов обычно был один рестор друид и Холи паладин. Поэтому была такая расстановка. Вот всех расставил. Угу. Качек. Так, а чё мы Кават на...
На скольки на, блядь, на 8? Я не великая, не надо мне так писать. Меня это не зацепит. Короче, монород, как обычно, по традиции, с кем-то, блядь. С Мосой диспелят. Я с Коватом на боссе. Алоэ контролишь оковами богов. Там, соответственно, контроль этих вещей. Ты кого-то напомни, когда ты уйдешь там. Лужу фростовскую, как лучше раскидывать? Фростовская лужа. Значит, идет первый каст перьев и второй каст. После второго каста через 5 секунд вылупляются мобы. Второй каст закончился, люди перебежали, дал в них лужу. Вторую лужу даешь либо в мили зону под перья, под жопу босса. Ну, чтобы там хилы, которые там бегают, тоже лес или ману. Вот и все. И так по КД. Наверху там увидишь сам. Хорошо. После второго коста, а дальше как стаки скинуться. А гевка в дисе? Где он? Гена. Хищник пишет. Хищник пишет про пианиста. Гевка, что значит минус чат? Я вот не хочу играть танк, и мне нахуй этот спек не нужен. По какой-то причине я стоял в танке и лопал сферы. Ты сейчас спекаешься в хила. Пианонсить будешь? Что? Пианонсить будешь? Ты в хиле не можешь анонсить? Спек не в хила анонсе. Получится, блять, плак руки. Ген, ты что такое злой? Понял, принял, на этом рейд заканчивается, все свободны. Стоп, 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 подождите. Нет, это все на сегодня. Ген, а что у тебя за проблемы? Включи активацию и просто скажи. В смысле? В стиле можно что анонсить? Анонс. Не получится анонсить, там нужно четко тыкать в таргеты, грубо говоря. Он когда контролит... И смотреть в сторону, там это бесполезно. Он ебашку, когда... Либо то, либо другое делать плохо. Он когда контролит, он видит все нюансы, поэтому он анонсит. Ну пускай тогда помни, чего не видишь вокруг. Наверное, вообще. У нас один элем, поэтому я попросил гевку спеку. У нас Ла. Есть возможность заменить гевку на Жунуэна, например. Жунуэн может похилить, если гевка не может в хиле анонсить. А что я анонсить не надо? Знаю, как Жунуэн хилит, может ли он хилить вообще в ОКХМ, а гевка вроде как может. Но если такие идут пререкания, то ради бога, все свободны, можете отдыхать. А что нужно анонсить? Какие нахуй прерывания? Я тебе говорил, что в хиле я анонсить не смогу. Элем здесь не нужен нахуй. Поэтому уже доказано двумя тайми ему. Это не ливый двумя убийствами. Подождите, блядь, чё? Давайте, блядь. Потому что Элем мне нужен нахуй. Не, честно. По-моему, баба я. Ведете себя как бабы вы сейчас. Я с трудом собрал рейд. Что-то изначально пошло не так. Вот честно, мне этим заниматься более неинтересно. Короче, тогда, Гевка, ты завтра будешь? Завтра или послезавтра. Ну, узнай, напиши в Дискорд. Среда или вторник. Будешь, мне нужен Алара. Все остальные то же самое. Пианист вернется, пишите. В чем тут пианист? Офицеры могут сейчас зайти в ГМ-ку, я расскажу, что у нас по поводу пианиста. Писал. Заходите. Перекиньте. Бля, хуя, потом расскажите, интересно, что там с пианистом. Я в курсе, что, наверное, пианист не вернется.